Так, друзья, ну что, смотрите, значит, выводила сегодня средства, и только что мой партнер получил апгрейд на статус плода. Вот, мы с ней заходили фактически вместе. Моего партнера зовут Юлия Егорова. Скажу сразу, что у нее нет ни одного личного приглашенного, и за время, пока она находится в компании, ей нападали деньги, и причем у нее только один кошелек, зашла она на 7. Вот сейчас у нее накопилось достаточно денег на кошельке, то есть 250, и 7 получает апгрейд. Она уже это сделала. Мне остается только страничку обновить, и дальше мы с вами пойдем посмотрим, куда в структуру упали еще три моих аватара, три моих кошелька, которые будут собирать деньги. Нажимаю обновить. Ждем перевода. Вот они, пожалуйста. 74 доллара я получила за то, что привела партнера в качестве семьи. Юлия зашла на 31 доллар 25 центов. 6 долларов я получила за нее сразу. Соответственно, структура поработала. Юлия не пригласила ни одного человека. На кошельке у нее собралось 250 долларов. Она сделала апгрейд. И мне пришло к тем 6 долларов, которые я получила. Вот, 20 августа, да, мне сейчас пришло 74 доллара. А это называется в компании Наюта пролонгированный доход, друзья. Это просто удивительно, когда ты приводишь партнера, и потом ты понимаешь, что твои реферальные будут приходить еще. Я вам скажу, что у меня сейчас в структуру ушли мои три кошелька. Давайте посмотрим маркетинговые структуры. Три мои аватара, которые будут приносить мне уже в 3 раза больше денег. Но на сегодняшний день средний доход 30-35 долларов в день. Это без учета моих лично приглашенных. Без учета. 29 октября у меня в структуре 158 человек и 139 аватаров. То есть, если сложить две вот эти суммы, получается 158 плюс 139, 297 бизнес-мест у нас в структуре. Из них 42 плода, 116 аватаров. Куда ушли мои аватары? Давайте выберем здесь 15 уровней. Так, идем наверх, убираем панельку. Общий вид структуры. Уменьшаем движением колесика мышки. Так, ну вот сами видите, да, какое количество партнеров здесь есть. Серые прямоугольнички – это основные места, плод или семя. Вот мы сюда можем навести с вами и увидим, что пакет плод. Вот сюда, если наведем пакет плод, снова пакет плод, пакет семя. Оранжевые – это аватары. То есть это дополнительные кошельки верхних партнеров, которые падают в структуру и приносят каждому партнеру в его ветку выше на 20 уровней 20 долларов, друзья. Безумно приятная работа в компании Наюта. Нам нужно найти Юлию, но мы скоро переедем на другой сервер. Нам южнокорейское правительство выделило, компания выделила специальный, вот, наверное, Юлия, специальный сервер, на который мы переедем, и там уже будет более все четко видно. Да, вот Юлия, вот она стала плодом, видите? Давайте посмотрим. У нее правое плечо очень развито, вот это вот правое плечо. Здесь очень хорошо работают структурные партнеры, да, правое плечо. А левое плечо у нее было всего лишь два аватара. Сейчас уже должно было прибавиться больше, да. Вот давайте посмотрим, вот эта ветка. Значит, здесь стоял аватар колос, еще два колоса, и вот стал один мой аватар. То есть по правилам, друзья, под партнера, а вот она сейчас получила апгрейд плод, да, становится два аватара спонсора. Вот у меня ушел один аватар сюда, в это в ее короткое плечо. Оно на этом заканчивается, да, вот эти вот зелененькие, видите, они врезаются. Еще один мой, что ж такое, аватар ушел в другое ее плечо. Мы его сейчас не будем искать, это долго времени займет. И третий мой аватар ушел в другое мое собственное плечо. Да? То есть, если я вам сейчас попробую нарисовать, давайте сейчас я вам покажу схемку.
на бы схемку или чертеж, мы бы затеяли верчеж. Вот, смотрите, вот это мой плод. Вот сюда я, когда пришла, пригласила Юлию. Да, и у нее вот эта вот веточка, она стала развиваться. Вот это плечо у Юли очень сильно развито, и за счет него она получила $250 на кошелек. А это плечо, оно не развито. Здесь у нее стало только два чьих-то аватара. Колос мы с вами видели, да? Так вот, по правилам маркетинга на Юты, сейчас, момент, у меня же тоже два плеча, давайте я вам вот сюда плечо нарисую еще одно. Но здесь у меня, соответственно, тоже, да, структура есть, все заполняется. И вот по правилам маркетинга на Юта наши реинвестные места, наши клоны, аватары, что делают? Вот, оно сюда и упало. Один аватар мой упал под Юлю сюда, другой упал ей куда-то же, ну, под нее, но куда-то вот сюда, в глубину, да, потому что здесь структура-то у нее строится. Значит, все вот эти люди, которые на пути следования к Юле, они получили по $1 сейчас в кошелек. Им уже нападало. И третий мой аватар, он упал в мое другое плечо, тоже здесь на пути следования, всем моим партнерам уже прилетело по $1. Вот такой удивительный маркетинг компании на Юту, друзья. Поэтому, если вы еще не смотрели ни одного моего вебинара, если вы еще не знакомы с маркетингом, посмотрите. Это удивительная компания, в которой зарабатывают все 100% партнеров. И на пассиве, на активе, естественно, больше. Многие компании хвастаются тем, что в сети отдают 100%. А у нас получается 100% все партнеры, друзья. В сеть отдаются 78%, а зато получают все. Видите, каким образом строится структура. Все, пойду Юлию поздравлять. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Приходите к нам в бизнес. У нас очень сильная команда, друзья. Мы работаем все вместе. Два, а то и три раза в день у нас проходят вебинары, у нас проходят встречи. И с удовольствием вам расскажу об этом бизнесе, в котором каждый день мы зарабатываем деньги. Каждый день у нас идет доход. Приятно работать в легальном бизнесе, в компании, которая, ты понимаешь, пришла действительно надолго. Не как хайп или проект на 3-6 месяцев. Вот, поэтому присоединяйтесь скорее, а я пойду поздравлять своего партнера. Всем пока!